я не снимаю. Я там несу еще одного. Еще одного принести надо. Сейчас мне полстраны нахуй знает. Записывай что? А просто кино? Просто кино. Кино — это то, что вы привезли. Вот это точно кино. И немцы. Эти масики. Масюлька. Так это этого нахуй. Ленка говорит, сторонись. Еще одного тащит. Я, наверное, по 25 взяли, блин. Вот тут 25. Да. Ну это тоже хорошие свинки. Хорошие, хорошие. На. Вот этот вообще парень охотный. Вот этот кабанчик. Выложенный. Какой выложенный? Вот. Какой? Приехали, там крузак стоит нахуй. Мат, не ругайся. Дай это. Дай, Серега, резануть. Резануть? Это они все из одного места? Нет, вот этот вот. Отдельно, да? А вот это две девочки стоят, да? А это в это убрали. Да. А он выложенный кабанчик, да? Наверное. Нет, это две девочки. Угу. Возраст какой? Андрей. Не знаю. Ну, наверное, 2 месяца есть. Да? Вот этому где-то около 2. Андрей, а себе что-нибудь приглядел там, нет? Ну, я ему сказал, я недельку через 2 подъеду. Будешь брать тоже, да? Ну, да. Ну, это порода или это так? Поместные? Нет, они у него там ландрасы. Ландрасы, да? Вот это ландрас. А в мешке кто? Ландрас. Тоже ландрас? Да. Скрещено с дюрком. С дюрком. А, ландрас с дюрком. Ну, ландрас... О, хороший какой. Вот, вот эти уши, вот этот ландрас и есть. Андрей, пока ты там, вот эти кусочки веревок собери, а, чтоб не сожрали. Угу. Так, ну и что, мы их сегодня кормить-то будем, нет? Сейчас. Сейчас будем, потому что еду давать, да? Да, мне сказали. Ну, вот смотри, мне кажется, вот тут вот, получше. Ну, это кабанчик. Какой? Угу, был, угу. Был кабанчик. Андрей, вот тебе не кажется, что девки на ноги высокие? Ну, они так и есть, они просто похудеют и повыше. Ну, ничего. Ландрасы не должны быть высокие, это нет? Нет, они высокие, в принципе. Почему нет? Почему нет? Ну, вот этот больше похож на ландрас. Из того, что я знаю. Вот этот. 14-го родился. Как, марта. Когда? 14 марта. Ну, ага. Там сывороткой. Что с сывороткой? Стартанул сывороткой. Хорош, хорош. Да все, ты запалился, как ты матом ругаешься. Тебя увидят все. Ну, куда вы пошли-то? Все, застеснялись. Нет. Ну, вы расскажите, за сколько вы купили? Короче, мы купили это все за 12 тысяч. Троих. В разных хозяйствах. Да. А смысл был брать кабанчика в другом хозяйстве, если он выложенный? Он же... А в том не выложенный. И то есть это будет не на племя, это да. Чисто... Чисто на еду. Чисто на еду. Да. Ну, понятно, кто есть будет. Мы с тобой. У кого щеки будут трещать? Но это будет сало или это будет мясо? Сало с мясом. Совместно. Андрей, а у тебя какие свиньи? У меня ландрас. Ландрасы. Ну, как ты думаешь, вот сейчас, если им пару месяцев, месяцев 6, если мы их покормим хорошенечко, то какой... 80 килограмм к Новому году они должны быть. 80? Мясом? Да. Не, мало. Мы, значит, еще лучше будем кормить, чтобы килограмм 100 были хотя бы. Хрюкалки. Ах вы, хрюкалки. Ну, хрю-хрю-хрю. Так, ну, друзья мои, вы понимаете, да? Да. Почему мы срочно все меняли местами. Да, продавали срочно племенную птицу. Потому что нам вот отсюда, из этой теплицы, нужно перевезти
вот эту семью Малинов, так как получается, что здесь, господи, о. Так получается, что здесь у нас теперь будут хрюнители. Но смотрите, как все сделано. Так, ну здесь у них пластиковые пакеты. Андрей, не уезжай пока, на секундочку, сейчас я закончу, подойду к тебе. Так, здесь у них сделан выгул. Муж варил вот такие вот арматурины. Гусики мои. Так, все сварено, все капитально. Не должны они это все разрушить. А здесь тес на стойках обшито. Вот я не знаю, утеплено или нет. Честно говоря, я до последнего надеялась, что этого не свершится. Я орала, я против, не строй ничего, я против. Ну, в общем, вот так. Так, здесь калитка. Все такие замочки. Ну, в общем, вот это у нас штука была металлическая. А здесь он варил. Вот так это выглядит. Вот так. Ну, вот буквально сегодня он закончил. А, ну вот здесь лаз, да? Понятно. Буквально сегодня он закончил строительство вот этого вот свинарника. И тут же поехал. Ну, днем отъезжал, ездил по местам проверенным, где продаются поросята. Ну, мы так старались собирать много-много информации. Но, тем не менее, все равно, конечно же, это первый опыт. Вот как я теперь понимаю тех... Я уже забыла, когда я сама такая была. Когда тысячу вопросов, когда вообще ничего не понимаешь. Порода, это не порода, чего, как. Ну вот. А ну вот как внутри. Вот так внутри. Так, потолок. Не знаю, что дальше будет. Ну, вот кабанчик явно ниже. Ну, такой он же опасненький, да? Кругленькая попка. Ладно, друзья. Сейчас посмотрим, что дальше мы будем делать. Кормить, поить будем, да, сейчас? Не, завтра. Завтра все, не надо же воды дать? Они кормленные? Да. Вот просто оставляем и все, да? Ну, хоть, может, им сено? Сено им надо давать? Завтра. Сегодня пускай так адаптируются. Угу. А мне кажется, они сейчас это стресс получили во время дороги. Может, попить все-таки дать с витаминчиком, с чектоником. Антистресс. Ну, это мы сейчас разберемся. Нормальный кабанчик, да? Кабанчик очень хороший. Смотри, как у него жопка какая хорошая. А девчонки такие более это. Ну, там это мы выловили самого большого. Ты знаешь, Андрей, мне вообще девчонки, честно говоря, немножко вот это особенно смущает. То, что она мохнатая. Не старше ли они? Вот это вот. Нет, я тебе скажу так. Это скажется тем, что, грубо говоря, чего-то не хватило ей. Вот. В детстве. Да, ей чего-то не хватило. Поэтому она шерстью обросла. То ли он лампу не включал. Сейчас будет, если они будут нормально есть, она все это выправится. Ну, выправится. Но вот здесь вот. Да, если бы я бы ее бы я не взяла, вот эту вот. Кабанчик очень хороший. По всей ферме. Да, понятно, по всей ферме. Кабанчик хороший, та девчуля мне нравится. А вот это под знаком вопроса. У нас же в детстве дедушка держал. Я знаю, что это такое. Меня же на лето, когда бабушки и дедушки отправляли, я знаю, какие они должны быть, какие не должны быть. У нас тоже были всегда ландрасы. Борзые. Зря его кастрировали, а? Не, наоборот. Если на мясо, они... А может, мы бы остали, если это и то ландрасы, и это, если это чистая порода. Не, да он поместный, понятно. Потом бы ты как мел мясо, оно бы вонючее было. Ну, бы оставили бы крыть, и все. А-а-а. Здесь, вот сколько здесь взрослых можно поставить? Двоих, да? Взрослых? Да. Да нет, трех можно. Троих можно. Лишь бы они могли лечь и пожать. Две девчонки и пацана можно. Да хотя, господи, сейчас пацаны нерентабельно. А семенителя вызываешь, он тебе все покрыл, приехал. Чего его кормить? Привет. Да поставь ты на пол, пока не разлилось, Серёг. Не, надо так. Точнее, на 12 тяжело. Смотри, что творится. Пошел. Уже притащил горячую воду. Все-таки кормить их будешь, да? Нет. Нет, он сейчас на утро заварил. Нет.
Так, друзья, ну я отключаюсь. Тут у нас, видите, уже процесс какой пошел. А что ты, вот что ты сюда насыпал? Вон, комбикорм. Как комбикорм? Комбикорм, а это как он? Дробленку. Дробленку, да. Размол, 5 да. злаков. Да. Ты запарил горячей водичкой, да. правильно? Да. И этим ты будешь кормить? Завтра, да. Ну вообще, а еще да, что-то будешь? Все. А всякие это травки, муравки, крапивки? Ну это в будущем, когда крапива пойдет, буду давать. Ага, а сейчас пока вот это вот. Да. То есть ты хочешь вырасти чисто, экологически чистый продукт? Да. Чтобы что делать? Чтобы не худеть никогда. Да. Так, ну все, друзья, я с вами прощаюсь. Вот такие у меня тут новости. Всего вам доброго, до новых встреч.